Сегодня у нас на обзоре ONYX BOOX Go 6, компактный, но при этом очень продвинутый ридер. Этот малыш с 6-дюймовым экраном E Ink Carta Plus, также известным как карта 1300, и подсветкой легко уместится даже в самую перегруженную сумку. Тонкий как вафелька, всего 6-8 мм, а весит он 146 грамм. Так что рука не устанет даже после долгого чтения. Защитное стекло Onyx Glass бережет экран от царапин. Под капотом этого книжного монстра скрывается 8-ядерный процессор и 2 гигабайта оперативной памяти. Мощности хватит не только для чтения книг, но и для запуска приложений на Android 11. А 32 гигабайта встроенной памяти плюс слот microSD карты позволяют собрать целую библиотеку прямо в этом ридере. Да и музыка, аудиокниги или даже функция озвучки текстов не дадут скучать. Wi-Fi, Bluetooth 5.0, все тут можно, и книжки закачать, и подключиться к беспроводным наушникам. Ах да, есть еще фирменный магнитный чехол, чтобы ридер был в безопасности во время поездок. Но для начала пару слов про технологии. E Ink Carta Plus – это экран нового поколения на основе технологий электронной бумаги. Он отличается более высоким разрешением и контрастностью по сравнению с предыдущими версиями. Плотность пикселей достигает 300 ppi, что соответствует качеству печатной книги, делая чтение максимально комфортным. Карта 1300 – это новое поколение экранов E-Ink, которое обеспечивает лучшее качество изображения, повышенный контраст и быструю перерисовку страниц по сравнению с предыдущими моделями, такими как карта 1000. Что такое технология Snowfile? Это режим работы экрана E-Ink, который минимизирует артефакты при обновлении изображения. При включении этой функции полной перерисовки экрана для простого текста не потребуется. Что такое MOON Light 2? Это система подсветки, позволяющая настроить яркость и оттенок экрана. Можно выбрать белый цвет для дневного чтения и теплый желтый цвет для комфортного чтения перед сном, что поможет избежать нарушения сна. И, наконец, что такое технология Flicker Free? Технология, которая устраняет мерцание подсветки благодаря постоянному току. Это снижает нагрузку на глаза, уменьшает дискомфорт и помогает предотвратить головные боли при длительном использовании ридера. Внешний вид и дизайн. Первое, что бросается в глаза при взгляде на ONYX BOOX Go 6, это его компактные размеры. Устройство весит всего 146 грамм, а его толщина составляет 6,8 мм. Матовый черный корпус выглядит стильно, углы скруглены, что придает устройству дополнительную эргономичность. Устройство не врезается в ладонь и удобно лежит в руке. Ридер использует фирменное стекло Onyx Glass, которое защищает дисплей от царапин и других повреждений. Тем не менее, для дополнительной защиты и удобства все же приобрести чехол отдельно стоит. Устройство легко магнитится к нему, что делает его еще более удобным в использовании. На верхней грани ридера расположена одна механическая кнопка. Это кнопка включения-выключения, разъем для зарядки и слот под карту памяти находится внизу. Производительность и управление. ONYX BOOX Go 6 работает на базе 8-ядерного процессора с частотой 2 ГГц, который в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти обеспечивает высокую скорость работы устройства. Это действительно заметно, ридер работает плавно, страницы перелистываются мгновенно, приложение открывается быстро. Работает ридер на Android 11, что открывает дополнительные возможности для пользователей. Можно устанавливать сторонние приложения для чтения книг или прослушивания музыки, чтения новостей, браузеры, короче, все что угодно. Управление устройством полностью сенсорное, что придает современности и удобства. Все манипуляции с текстом, будь то выделение, копирование, перевод, можно выполнить через сенсорный экран. Порадовала возможность настройки зон для нажатия в зависимости от личных предпочтений. Например, можно настроить экран так, чтобы листание страниц происходило одним касанием в определенной области. Функции мультимедиа. Одной из интересных особенностей ридера является поддержка большого количества форматов. От стандартных PDF, EPUB, MOBI до менее популярных, таких как CRJ или DJVU. Это делает ридер универсальным инструментом для чтения любого типа документов. Соответственно, ридер поддерживает и все аудиофайлы, то есть WAV, MP3, что позволяет прослушивать аудиокниги через Bluetooth наушники или динамики внешние, так как устройство оснащено модулем Bluetooth 5.0. К тому же есть функция Text-to-Speech, которая озвучивает текстовые файлы. То есть можно делать обычные книжки аудиокнижками. Это будет полезно для тех, кто предпочитает не только читать, но и слушать как раз. Также ридер может подключаться к Wi-Fi сетям, что позволяет скачивать книги напрямую с интернета. Можно через комп, Mac, Windows, все что угодно. Есть облачные сервисы, можно даже общаться в мессенджерах, если вам это удобно. Свободное пространство для хранения файлов составляет 32 гига, что достаточно для огромного количества книг и аудиофайлов, я бы даже сказал, излишне. Дополнительную память можно расширить помощью microSD карты, это вообще всю библиотеку Flipbook можно запихнуть туда. Также ONYX BOOX Go 6 оснащен литий-полимерным аккумулятором емкостью 1500 мАч. Хотя это не самый мощный аккумулятор среди ридеров, он вполне справляется с задачей. Устройство может поработать несколько недель на одном заряде, если активно использовать его для чтения и не злоупотреблять функциями аудиовоспроизведения или работы через Wi-Fi. Заряжается с помощью USB Type-C, кабель входит в комплект USB Type-C и USB Type-A. Кабель нормальный, как всегда у ONYX. Есть OTG, можно подключать к ридеру через переходник различные аксессуары, например, флешки или даже мышку, если вам это нужно. А что в итоге? ONYX BOOX Go 6 – это компактный, легкий и мощный ридер, который порадует как обычных читателей, так и тех, кто ищет устройство с множеством дополнительных функций. Поддержка всех популярных форматов, возможность подключения наушников для прослушивания аудиокниг, сенсорное управление и качественный экран его делают вообще хорошим, кто современную читалку ищет компактную. Конечно, хотелось бы видеть в комплекте чехол, но это уже такой несущественный недостаток. Основные преимущества – компактность, мощный процессор, удобство чтения и универсальность. Если вы любите читать и ищете ридер, который станет вашим надежным спутником в метро, в автобусе, в самолете, ONYX BOOX Go – это отличный выбор.